Ребята из клуба «Грани» провожают год 2014-й шумной и веселой дискотекой. Для города это по-своему уникальное мероприятие. Не сразу разберешь, где под новогодние хиты веселятся ребята с ограниченными возможностями здоровья, а где студенты, которые тоже пришли на праздник. Этот год для «Грани» продуктивный. Они участвовали и побеждали в конкурсах. Клуб стал официально зарегистрированной организацией со своим собственным помещением. И что самое главное, семья их стала еще больше. В 2014 году в клуб пришли новые ребята. Новые ребята, которые пришли в клуб. Новые друзья, которым мы бесконечно благодарны за ту помощь, которую нам они оказывают, за общение, которое наши ребята получают. То есть вот такой я считаю, что интересный был год, и очень хочется надеяться, что будущий год, наступающий, принесет нам тоже много всего интересных и событий, и встреч, и побед, и достижений. Откроет новые возможности и горизонты развития, что наши возможности будут просто безграничны.